Добрый день. Наконец-то добрался, решил снять передний бампер. Машина Nissan Murano Z51 кузов, 2010 год. Почему бампер снимаю? Давно, где-то с полгода назад, кто-то на парковке даванул сюда и ушел зазор. Вот здесь видите, какой зазор маленький на решетке, а здесь вот такой зазор должен быть, вот такой большой. Получается, бампер пошел, решетку подтянул, подзажал здесь немножко фару, и самое главное, постоянно выскакивает бампер из клипсы. Уже и вставил на место и подогревал. Вставляешь, защелка уже даже не держит. Держал, сейчас не держит. Ну, вот потихонечку его выдавлю. Поэтому сейчас сниму бампер и посмотрю кронштейны на правой фаре. Кронштейн, который усилитель бампера, поставим на место. Ну все, приступим к снятию. Начнем с того, что снимаем решетку. Ну что, приступим. С того, что начнем снимать вот эти клипсы, которые держат вот эту верхнюю защиту пыльной. Здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 клипс. Клипсы, в принципе, одноразовые, но их можно аккуратненько снимать, чтобы они оставались целые. Для этого поддеваете с двух сторон отверткой, приподнимаете и вытаскиваете. Все, вот клипсу можно будет использовать второй раз. Также все остальные. Дальше покажу другие клипсы, которые можно откручивать. Вот эти, которые саму решетку держат. Таким макаром снимаем все клипсы. Ну вот, клипсы я все снял. Теперь снимаем кожух один и кожух второй. Здесь также крайние клипсы, которые на фару крепятся, из-за которых мы снимали вот эти пыльники пластиковые. Можно было, если бы этих не было, вот эти есть отверстия в пыльниках. Снимаем их тоже. Также снимаем вот этих 4 штуки. Ее поворачиваете и поддеваете. Получается, это мы ослабили. Теперь надо здесь защелкнуть. Вот эти вот защелки.
аккуратно их отдавить, чтобы решетка немножко подалась вперед в одну сторону, и также в вторую сторону. Еще есть клипсы нижние. Вот я на нее свечу, которая за сигналом. Здесь также вот снизу они. Их надо аккуратненько подлезть и снизу нажать, чтобы они вышли из зацепления. Это надо будет руку сюда просовывать и отжимать. Я сейчас отожму их, сниму решетку, покажу, как это здесь не получится, так, чтобы и сжать, и снимать. Сейчас, секундочку. Вот, отжал я все клипсы. Решетка выводится вперед. Вот клипсы, про которые я вам говорил. Одна отломана, вот сюда она защелкивается. Но ее отломал не я, отломал или до меня, видать, снимали. Вот эта клипса тоже треснута. Заклею ее. А так получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это вот 6 клипс, которые надо снизу отжать, подлезть. Следовательно, они защелкиваются. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. И все. Решетка целиком снимается. Так. Снимаем дальше. Снимаем вот эту клипсу. Здесь вот внутри клипсы. Откручиваем вот эти обманки с бампера. Здесь ключик на 10. Здесь снизу клипса такая же, как на решетке. Язычок снизу подаете вверх и выдвигаете вперед. А сзади клипса такая, которая защелкивается в этот солдатик. Вот язычок, про который я говорил. А вот солдатик, который в фару защелкивается. И вторую также. Точно так же. Откручиваем фару. Вот болт. Здесь внизу болт. На
головка на 10. Во, первый дефект нашел. Крепление лопнутое. Это говорит о том, что фару он мне все-таки сдвинул. Получается, вот это откручивать не буду. Поддеваем здесь стопора. Так, фара где-то еще сидит. Ладно. Откручиваем дальше. Откручиваем здесь болтик под пыльником. Крепит бампер клипсы. Оттягивайте пыльник. Вот он болтик. Болт на головочка на 10 М6. Ну, там не болт, там саморез. Вот он. Также снимаете с другой стороны. Со второй стороны я открутил, теперь снизу, вот здесь вот, откручиваете вот эти саморезы, здесь бита Т20 под торксу, вот он саморезик, вот этот саморезик, потом откручиваете два болта, вот здесь и вот здесь, под головочку на 10, вроде бы снизу пока все. Дальше видно будет откручиваем. Так, открутил снизу. Теперь берете вот так бампер, подцепляете и выдергиваете его из клипсы. Вот получается две вот таких защелки. Сюда бампер вот защелкивается. Фиксатор сверху, вот эту штуку надо приподнимать и выдергивать. И также с другой стороны. Сейчас тоже ее сниму. Стягивайте бампер. Здесь трубки омывателя. Надо аккуратно их разъединить. Разъединить разъемы, чтобы не порвать. Вот такой вот разъем здесь, он нажимается и снимается. Вот этот разъем.
Нажали и сняли, чтобы жидкость не вся сбежала. Чем-нибудь заткните ее. Я сейчас пакетик одену, пакетиком завяжу. Вот еще один болт, который фару держит к крылу. Снизу еще болт. Получается, фара сидит на четырех болтах. Фару сняли. Теперь надо смотреть, что было зажато. Будем искать. Нашел, почему ушла фара, почему ушла решетка. Вот она. Кронштейн нижний на фаре отломали. Трещина. И сюда пошла трещина, и сюда пошла трещина. Сейчас я его спаяю, поставлю на место. Получится, отодвинется фары, и крепление уже, и решетки, и бампер отойдет. Поставлю, соберу, посмотрим. Сейчас пока пойду клеить. Все, поставил фару на место. Здесь зазоры одинаковые сделал. Немножко вот этот уголок чуть-чуть вперед потянул. Потом вот этот кронштейн был оторванный. Нашел его, под фарой валялся. Припаял его. И вот нижний кронштейн, который там, я его запаял и герметиком замазал, где не смог подлезть, чтобы влага не попадала.
В принципе, фара чистая была. И вот эту планочку чуть-чуть на 3 миллиметра вперед подал. Ну все. Сейчас будем тогда ставить бампер и смотреть, что получилось. Так, ну все, бампер накинул. Здесь стоит. Здесь тоже стоит. Болтики еще не прикрутил, сейчас буду прикручивать. Сейчас поставим эти. Так, их закрутили. Теперь закручиваем нижние саморезы, которые под торкс снизу. Вот эти вот. Вот сюда. Два с этой стороны и два с другой стороны. Так, ну все, по бокам закрутил. Ставим бампер. На бампер ставим решетку. Ровно заводите по клипсу.
защелкнулась. Ставим сначала этих 6 клипс. Ставим эти пластиковые накладки сверху. Что, проверяем зазор. Вроде бы все поставили. Так, ну, все здорово. Замечательно. Все замечательно. Зазор одинаковый. Зазор. Все. Нет. Справа все равно чуть-чуть поменьше. Слева чуть-чуть побольше. Хотя непонятно. Почему слева стал больше, чем был до этого. Вниз я его не опускал. Так, сейчас померим рулеткой. Так, получается 9 миллиметров. Здесь получается, не пойму, здесь получается 8 миллиметров, на миллиметр, не смертельно. Ну все, вот так снимается бампер, решетка, фары. Всего вам доброго, чего хотел, того добился. Благодарю вас за просмотр.